надо долго целиться в мишень. Ты вот вошел в габарит, поплавал, дожал. Все, следующий выстрел. Я считаю это долгом перед Родиной, потому что должен каждый, ну, если будет кто-то уклоняться от военной службы по мобилизации, ну, кому будет защищать Родину? Отрабатываем разные, так скажем, положения, стрельба с неудобных положений, стрельба лежа, получил, получается, позавчера выплаты. Сначала пришла, получается, которую обещал Владимир Владимирович, и потом пришла зарплата по должности. В общем, нормально так получилось. Да, нижний край. Да, правый край.